Коротко о прогнозе погоды. Солнечно, безоблачно. Ну, никаких осадков в принципе не предвещается. Температура, ну, почти под 40. Да. Дети в тепле. Никаких проблем. Отдыхаем классно. Солнцезащитный крем нанесли. От комаров тоже. Можно быть спокойными. Дети, а ну скажите мамам, все хорошо или нет? Саш. Да хорошо. Да развернись так, чтобы я и делай. Все хорошо. Сюда. Папа, я не могу дольше. Да? Ну нормально, тебе хоть не холодно? Да нормально, нормально все, хорошо. Покажи маме. Не беспокойся. Успокойся, не беспокойся. Дождяра? Да, ага, ну, все хорошо. Даже камера мокрая. Отлично. Мамы, все отлично, все под контролем. Немножко влажно, да, то есть водичка вокруг, сверху водичка. Солнышко есть, вокруг него земля вращается, на всякий случай, да. Просто в атмосфере есть облака, которые мешают достучаться солнышко сюда. Все, гребем дальше. Все окей. Все зашибись.